Девятиклассники начали сдавать ОГЭ – основной государственный экзамен. Он служит для контроля знаний, полученных за 9 лет, а также для приема в учреждения среднего профессионального образования. Сегодня школьники писали тесты по иностранному языку. Это предмет по выбору. Большинство учеников предпочли тесты по английскому – 720 человек. Сдаем английский, ощущается, конечно, волнение. Это как экзамен первый, причем один из самых трудных. Ну, надеемся, что сдадим. Готовились давно, заранее готовились, решали очень много тестов, учили темы и тому подобное. 4 школьника выбрали тесты по французскому языку, 3 по немецкому. Для проведения экзамена в Сочи были оборудованы 12 пунктов сдачи ОГЭ. Пишут они 2 часа. На нашем ППЭ обеспечена безопасность. Наши дети ходили в наш ППЭ по паспортам. У нас девятиклассники сдают и заходят в ППЭ, так же, как и одиннадцатиклассники на ЕГЭ. 28 числа экзамен будут сдавать все девятиклассники. На этот день запланированы тесты по русскому языку. Обязательную математику школьники напишут 6 июня. В остальные дни до 14 числа будут сдавать предметы по выбору.